Слава Богу, друзья! Вы знаете, сегодня я хотел бы поделиться с вами теми вещами, которые Бог положил мне на сердце, и коснулись они меня, я так бы сказал, сильно. Глядя на современный мир, я удивляюсь. Сегодня я вдруг понял, поллета прошло. Вы это увидели? Да? Посмотреть в календарь. И вся наша жизнь, она состоит из какого-то такого быстрого движения. Быстрого движения. Мы летим. Интересно, что Писание, когда смотрит, если мы смотрим в Писание, то мы видим, что это было точно так же у людей, которые жили в древние времена. Вы представляете, вот какой быт у них был? Особо ничего такого. Ну, согласитесь. Ну, с утра работали они, в основном это были аграрные как бы, какие-то действия и так далее, и так далее. Но еще тогда в Псалме 89, 10 стихе написано, «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Вы представляете? Они тогда летели. Но суть осталась та же. Дней нашей жизни 70 лет, при большей крепости 80. И большая часть этой жизни – труды, болезни, и мы летим. И я понимаю, что во всем этом летим, нужно как-то ухватить какую-то суть нашей жизни. Не упустить основные вещи – того, почему мы здесь с вами находимся. Хотя все вокруг нас построено таким образом, чтобы как раз не дать нам этого сделать. Правда? Нас как будто переключают, а современные средства массовой информации и так далее, они нас, посмотри сюда, вот здесь реклама, вот здесь то, ты хочешь это, ты хочешь того, сего, вот хоти, стремись к этому и так далее, и так далее. И мы просто начинаем забывать вообще, для кого мы созданы, для чего мы созданы, что должно произойти в нашей жизни, какой плод в конце вот этих 70, при большей крепости 80 лет должен вырасти в нашей жизни. И такая современная жизнь. Мир меняется вокруг нас очень-очень быстро. И написано Матфея 24 глава 6, 13 стих. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Я вам скажу так. Открываешь интернет, новости, вот просто эти места Писания, да? Где-то какие-то глады моры, где-то какие-то войны, где-то какое-то непонятно что. Но Писание говорит, что претерпевший до конца, он спасется. И меня вот это вот место, оно очень сильно ободряет. Оно ободряет, потому что я вижу, что Бог, Он понимает то время, в котором мы с вами живем. Он в курсе того, что мы летим. Он понимает это. Ну, понимаете, да? То есть он не оторван от нашей жизни. Он обращает свое внимание на нашу жизнь. И он говорит о том, что есть возможность для верующего человека все это пройти. Потому что, глядя кругом, я себе задаю вопрос, как вырастут мои дети? Кем будут мои дети? Знаете, почитав о гендерной политике, о каких-то страшных вещах, которые сейчас открыто пропагандируют, которые Писание открыто называет грехом, я понимаю, что, ну да, мы, может быть, еще, вот наше поколение Советского Союза, проскочим как-то вот это все на старых дедовских принципах.
А что будет с нашими детьми? У них нет этого основания, которое есть у нас. Их шкала ценностей, этики, вообще мировоззрения, она не построена так, как построена наша. Понимаете разницу, да? И они столкнутся со всей вот этой волной нечистоты, им нужно будет делать какие-то выборы. Как воспитать детей таким образом, чтобы они пришли на небо? Это недостаточно просто приводить их в общину и говорить, вот это. Этого недостаточно. Они должны научиться в повседневной жизни делать выбор в правильную сторону. Они должны уметь говорить «нет» каким-то вещам, которые вокруг считаются достоянием, ценностью и вообще эталоном успеха или какой-то крутизны. Понимаете? Очень страшно представить, что будет с миром через 20 лет, что будет с нами, сможем ли мы вырастить детей, будет ли в их сердце любовь. Здесь написано, что по причине умножения этих беззаконий во многих охладеет любовь. То есть люди, они станут более циничны, они не будут выходить навстречу друг другу, они будут смотреть друг на друга, как на того, с кого можно что-то получить. Будет ли возможность для нас? И я понимаю, что на самом деле это сложно, но не все так плохо. Бог подготавливает верующих людей к этим временам. Бог готовит нас. Но нужно просто понимать, что эти времена, они уже. Это не то какое-то место Писания, которое говорит о невероятно далеком будущем. Это место Писания, которое говорит об уже. И более того, я вам скажу, что каждое поколение верующих людей, оно читало это место Писания, и оно понимало, что уже. И мне нравится, когда апостолы пишут письма, и они говорят там, например, Лаодикия готова с прошлого года, и вы будьте готовы, потому что скоро придет Машиах. То есть они смотрели на все то, что происходило, потому что события их времени тоже было достаточно потрясающими. Израиль был разрушен как народ, рассеян, храм разрушен, Иерусалим перепахан. То есть целое было ужаснейший котел приключения, водоворот жизни. И они смотрели на это, как на исполнение этих мест Писаний. Итак, во время скорби, великой скорби, во время тяжелых каких-то испытаний у верующих людей будет благодать и милость от Господа пройти эти вещи. Еще раз, мы сможем это прожить, будучи верующими, и наши дети смогут быть верующими, когда мы будем сталкиваться с этим все больше и больше. Я не верю в Бога, который кидает нас на растерзание сатане. Знаете, где-то там он засмотрелся на какие-то другие галактики, а потом вдруг вспомнил про Землю, обернулся, а тут уже Армагеддон близко. А он, вот это рано, все, быстренько. Я не верю в такого Бога. Я верю, что Бог, Он внимательно обращает внимание на каждого из нас, на наши жизни. Он обращает внимание на то, что происходит в этом мире. Он не дремлет и не спит. И есть Бог, который проживает жизнь вместе с нами, и Он сражается за нас. Вот просто вот это поймите. В этой битве вы не одиноки. Вы не просто брошенная щепка верующий человек, который проходит там через дебри какие-то. Вы не одиноки. Бог проходит вместе с вами. И образ Бога как защитника мы всегда можем увидеть в Писании. От сотворения мира Он являет Себя как Тот, кто не дремлет, не спит, охраняя Израиль, охраняя своих детей. Еще раз, не бывает такого момента, когда Бог закроет глаза и что-то произойдет. Он сторож, который не спит. Кто такой сторож? Это человек, который, у него работа такая, охранять. Да?
То есть не журнал читать и, между прочим, где-то там охранять. Не спать там в детском садике и попутно типа охранять его. Понимаете, да? То есть это как часовой. А часовой он ходит, он вооружен, и он смотрит о том, чтобы ничего не случилось вот с тем объектом, который он охраняет. И представьте это вот как вот, когда мы ходим с нашими детьми на море. Например, когда я хожу со своим сыном на море, он страшно любит купаться, и обычно, знаете, купается как будто в последний раз в жизни, с таким просто размахом и все. И, вы знаете, одесские пляжи, полно людей, ты стелишь где-то свою подстилку, и очень скоро ты там, он забегает в море, и он может легко потерять, где ты находишься на подстилке, да? Но я всегда смотрю, что с ним происходит. Он меня может не видеть, но я всегда вижу его. И бывают такие моменты, когда вот он там, допустим, барахтается, где-то отползает в сторону, ну как с детьми играется, за мячом, туда-сюда. И вдруг он понимает, что он потерялся. И он так останавливается и начинает смотреть. Все дети так делают, да? Ваши делали так? И он смотрит, и когда он встречается с тобой взглядом, он машет и спокойно дальше продолжается. Все то, что продолжалось. Приходит мир в его сердце. И я понимаю, что мне важно смотреть, потому что он меньше меня в половину. И он, может, не понимает, что вокруг опасное море. Он, может, не понимает, что вокруг люди не всегда адекватные, которые купаются, мы тоже это знаем, да? И он может в какой-то своей детской игре где-то там пойти на глубину. Обратно же, что такое глубина для него? Это то, что мне вот так, понимаете, да? Но для него это уже с головой. И я понимаю, что в любой момент, если я увижу, что что-то с ним происходит, я побегу в море, и я достану, потому что то, что для него глубина, для меня по пояс. Понимаете, друзья? То, что для него глубина, для меня по пояс. Точно так же Бог. Это очень простой такой образ, друзья. Когда мы барахтаемся в море этого мира, не совсем чистом, кстати, да, похожим на наше, к сожалению, неспроста оно черное, да, местами. И где-то нам нравится, мы получаем от этого какое-то удовольствие и так далее, и так далее. Очень важно, друзья, останавливаться периодически и искать папу глазами. Очень важно, понимаете, да? Но чтобы вы знали, что даже если вот сейчас вы не нашли его глазами, он на вас смотрит. И если вы начнете кипишевать, и если начнутся слезы и истерика, он придет вас и помашет вам рукой. Понимаете, да? Друзья, еще раз, это по-другому не может быть. Если он защитник, если он не дремлет, если он не спит, он не спускает с нас своих глаз. Аллилуйя! Я когда об этом думаю, я просто вдохновлен, потому что на самом деле от многих вещей можно расслабиться. Если бы мы понимали до конца это, мы могли спокойно купаться где угодно, да? Понимая, что в нужный момент нас выдернут, где-то прикрикнут на нас, типа туда не лезь, мы ж не понимаем всего, правда? Как и наши дети. Вот он решил, что ему надо с пирса прыгать, но он не понимает, что там по колено, и что может что-то произойти, или там что там наоборот 10 метров и какие-то сваи в середине под той водой. Но взрослые понимают, в большинстве случаев, да? И всегда могут как-то направить. Поэтому, если нахлебаемся воды, он нас постучит нам по спине, так скажем, а потом по другим местам, чтобы больше там не выделывались местами. Итак, смотрите, 120-й псалом с 1 по 8 стих. Песнь восхождения. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь тень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла,
сохрани душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовеки. Я возвожу свои очи к горам, туда, откуда приходит помощь моя. Друзья, как это важно. Вот сейчас, может быть, вы проходите через какие-то такие, волны, накрывает вас, переворачивает, кругом песок, голова кружится, вы уже нахлебтались этой воды и тошнит вас уже от нее. Вы уже в водорослях и в каких-то медузах. Послушайте, это время остановиться и поискать глазами своего папу, поискать глазами своего отца, успокоиться. И он не дремлет и не спит, и написано, что помощь моя от Господа. Господь будет охранять вхождение твое в это море и выхождение твое отныне и вовеки, вовеки. Его присутствие в нашей жизни постоянно. Бог настолько сильно нас любит, друзья, что Он пожелал поселиться с нами в одном доме. Он пожелал поселиться с нами в наших телах, в нас самих. Это так, трепетно, когда ты это осознаешь действительно. Он не просто иногда посещает нас, как, знаете, такой папа, который в разводе, раз в неделю он берет нас, ведет на мороженое и там на какие-то игральные автоматы. То есть это не просто так, что мы пришли на шаббат сегодня, и Бог меня посетил. Бог вас не оставлял все это время, друзья. И очень часто, когда мы говорим о посещении Бога, мы говорим просто о каких-то переживаниях Бога, да? О каких-то именно, как говорится, sensitive, то есть чувствительных переживаниях Бога. То есть, когда меня мурашки там по спине пробежали, мороз, когда там рука задрожала, правая, да, левая века и так далее, и так далее. Мы говорим, вот это Бог меня посетил. А если я упаду, так это уже Он меня вот именно посетил. Знаете, с большой буквы написанные слова такие. Вот, Он никуда от нас не девается. Его присутствие в нашей жизни постоянно. Вы помните, что когда Иешуа находился в этом мире, Он общался с учениками, это было особое время, когда ученики ходили и все вопросы решались. У них не было вопросов с голодом, холодом, болезнями и всем остальным. Все решалось. Нужна была еда, взяли две рыбки, помолились, накормили 5000 человек. Не вопрос. То есть, и они достаточно легко привыкли, к хорошему всегда легко привыкаешь. И пришел момент, когда Иешуа говорит, я ухожу от вас. Я думаю, что любой бы человек на их месте расстроился, мы бы тоже сильно расстроились, правда? И понимая, что теперь надо как-то самому что-то делать с этими рыбками, или ловить их, или умножать их, или что-то, вообще как-то надо выживать. Раньше он об этом думал, а теперь мы будем об этом думать. Но он говорит, что послушайте, это хорошо для вас. Это хорошо. Иоанна 16:7-13 написано. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. И еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину, ибо не от Себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Итак, мы понимаем, что служение Иешуа, оно было очень славным и сильным, но оно было ограничено. Оно было ограничено местом и временем. Иешуа не мог находиться во всем мире одновременно. Он не мог быть в Иерусалиме и на Украине одновременно. Или в каких-то других странах. Больные люди, которые нуждались в Божьем прикосновении, они шли в пустынные места, приносили больных. Они хотели именно прикоснуться к Иешуа. Но он говорит о том, что когда Дух Святой, третья личность Троицы, поселится в жизни верующего человека, в теле Иешуа здесь на земле, которое выражается через общину, он говорит, это будет намного лучше, потому что ваш внутренний человек может всегда иметь связь со мной.
через Дух Святой. И я поселюсь в них, и я буду жить. И Писание говорит о том, что мы, верующие люди, являемся храмом Бога, который живет внутри нас. Для нас это сложно понять, да? Но я хочу вам сказать, что Писание учит нас, что наши земные тела, наша вся красота, которая постепенно стареет, и в конечном итоге, как бы мы ее ни мазали кремами для растяжек, увы, закончит свою жизнь здесь на земле, это всего лишь дом, в котором живем на самом деле мы, да, наш дух, наш внутренний человек. То есть, как Павел говорит, что это внешняя хижина, наши тела, они дряхлеют, но я по-прежнему жив, я свеж внутри, мой дух, он находится вместе с Господом. Друзья, так вот в этом доме, каким бы он ни был, красивым, молодым, в возрасте уже, живет Господь, Святой Дух, он поселяется и живет внутри нас. И это не просто его присутствие внутри, он учит нас. Он разговаривает с нами, он дает нам понимание, наставление. Это не происходит на слышимом для нас уровне, но мы знаем, что сердце и внутреннее состояние верующего человека, оно обязательно меняется. Он говорит нам, что мы дети Божьи. Вот я хочу вас спросить, откуда вы знаете, что вы верующий человек, что вы ребенок Бога? Вот просто задайте вопрос, вы просто это знаете, правда? Есть твердая внутренняя уверенность. Я ребенок Бога. И ты не можешь это объяснить. Но Писание говорит, что Дух Святой, Он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И это всегда видно. И, ну, как бы, ты спросишь любого человека, ты рожден свыше? Он, как правило, говорит, да. Или если он говорит, я не уверен, возможно, есть смысл поговорить о каких-то вещах еще. Итак, Он не просто участвует, Дух Святой не просто поселяется, как какая-то красивая икона где-то в углу нашего тела, и, знаете, вот оно есть. Ну, у некоторых есть такое представление, что Бог в нашей жизни – это вот как некий такой святой уголок, куда надо периодически заглянуть. Святой Дух – это личность, которая живет вместе с нашей личностью внутри нашего тела. И они имеют взаимоотношения. И более того, я вам хочу сказать, что когда мы не можем даже за себя толком помолиться, Дух Святой, зная нашу жизнь изнутри, в прямом смысле, Он начинает молиться за нас. Он начинает ходатайствовать за нас перед Господом о всех тех вопросах, в которых мы нуждаемся. Происходит это через молитву иными языками, когда верующий человек обращается к Богу на том молитвенном языке, который Господь ему дает. И это важно понимать. Писание в Римлянах, 8 главе, 26 стихе учит. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Итак, внутри верующего человека находится ходатай, тот, кто встает и просит за нас перед Богом. Вы знаете, хорошо иметь ходатая, правда? Представьте, что у вас есть какой-то друг, такой вот, у него такой дар особенный или такая способность особенная. Если он за тебя попросит, то его услышат и выйдут навстречу. Ну, представьте, вам нужны решать какие-то проблемы по жизни. Вы приходите к нему, говорите, вот это. И он говорит, сейчас, я составлю правильно петицию, правильное обращение, и все произойдет так, как это будет наилучшим образом для тебя. Понимаете, да? А ты говоришь, а как это наилучшим образом для меня? Говорит, не переживай. Может быть, ты до конца сейчас не понимаешь, как это будет, но это будет, будь уверен, это будет наилучшим для тебя. Я за тебя занесу ходатайство тому важному человеку. Да? И мы понимаем, что внутри нас есть ходатай, который ходатайствует перед Отцом за нас. Такими словами и таким способом, который мы не можем даже объяснить. Вы знаете, иногда юридический язык – это то же самое, слова неизреченные.
Ты читаешь какую-то бумажку, ты ничего не понимаешь, но в конце есть какой-то хороший результат, ну, в лучшем случае, да? Так вот здесь вот хороший результат всегда, потому что он ходатайствует за нас. И что на это сказать? Римлянам 8:31. Что на это сказать? Если Бог за нас, кто против нас? Друзья, ну что на это еще можно сказать? Он таки за нас? Чтоб таки нет, тогда. Вы понимаете, да? Он прощает нас, Он молится за нас, Он переживает. И это серьезный повод для радости и ободрения. Когда мы перестаем смотреть на себя просто как на щепку, которая болтается в этом море, с нами Бог болтается в этом море. Вы понимаете, да? Он проходит, вот вы идете, и Он идет вместе с вами. Вы ругаетесь с кем-то, и Он слушает, как вы разговариваете. Да? Вы благословляете кого-то, и Он благословляет. Да? Вы грешите, а Он смотрит. Ну, мы не видим, но это есть. Этому учит нас Писание. Когда ты начинаешь об этом думать более серьезно, я понимаю, что вау, никакой приватности, друзья. Бог видит нашу жизнь, да? Невозможно включить какой-то режим, когда Он не видит. Без звука, да, типа, дорогой Дух Святой, прошу минуточку внимания, закрой уши. Сейчас я поговорю с этим проводником, да, например, или там на привозе с кем-нибудь поговорю, или там, а потом... Поэтому Писание говорит, что когда мы говорим злые слова, когда мы сквернословим, мы оскорбляем Его. Мы оскорбляем Его этим. Это неприятно Ему слышать. И, друзья, я скажу, ой, да? Потому что очень часто наш язык говорит какие-то глупости. Ну, я не говорю, что прям сквернословие или что-то, но мы можем кого-то осуждать, можем говорить какой-то бред, какой-то там вообще, знаете, что-то там... Что насчет Духа Святого внутри? Он это все слышит. Надо же как-то, ну, понимаете, да? Надо же как-то... Одно дело, что Он ходатайствует, хорошо, что Он ходатайствует за нас. Итак, дальше Римлянам, 8 глава, 32-39 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. И Он одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Вы услышали это место, друзья? Нет такой силы ни в этом мире, ни в каком-либо другом мире, потустороннем, духовном, неважно каком, которая могла бы отлучить нас от любви Божьей. Нет такой силы. И более того, мы читаем, что Иешуа, точно так же, как и Дух Святой, ходатайствует за нас перед Отцом за наши грехи. На секундочку, друзья, давайте мы подумаем, о чем идет речь. Двое из Троицы ходатайствуют за нас постоянно. Вы осознаете это или нет? Один за наш духовный рост, а другой ходатайствует о том, чтобы нам простили грехи. Все эти беззакония, которые мы периодически творим, он ходатайствует перед Отцом и говорит: «Пожалуйста, прости его на основании моей жертвы, того, что я сделал». Не потому, что он хороший, он достоин смерти, но я прошу, прими мою жертву за него. Пускай он будет прощен. А Дух Святой молится, ходатайствует за нас и просит Отца, чтобы мы духовно росли, чтобы мы совершенствовали,
они заинтересованы в нашем духовном росте. Есть контакт, друзья? Постоянно, ежедневно спим мы, бодрствуем в любой период времени. Бог заинтересован в том, чтобы мы приближались к Нему. Еще раз, Он не бросил нас на растерзание этого мира. Он послал ходатаев, одного, который нас совершенствует, учит, наставляет, обличает, как наставник, второго, который поддерживает нас, подвигом которого, как старший брат, мы можем пользоваться для того, чтобы наши души были, наш внутренний человек, он был изменен. И есть Бог, который слушает ходатайство и прощает. Бог заинтересован во мне, друзья. Бог заинтересован в том, чтобы я прошел это время. И Он дает мне силы, и Он даст каждому из нас силы. Друзья, здесь необходимо верить, здесь необходимо посмотреть в эти места Писания и отбрасывать всякие сомнения и всякую такую муть, которая, знаете, у нас иногда в голове наслаивается, и принимать Божий взгляд на себя, Божье Слово на себя. Итак, никто не может отлучить нас от заботы и любви Бога, Ишуа и Святого Духа. И Евреям 9 глава 11-15 стих говорит следующее. «Но Машиах, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения, и не с кровью кольцов, козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более, или коль мипаче, кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел». Для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. Он есть ходатай наш. Он есть ходатай того завета, который мы имеем с Богом. И я верю, что имея таких наставников, у нас нет предела для духовного роста и для тех побед, которые мы можем совершать вместе с Господом. У нас есть очень грамотные учителя, друзья. И, может быть, вы говорите: «Ой-ой-ой, пастырь со мной не поздоровался, он там не то, не сё, вот бы мою жизнь, там супер какого-то наставника». Я помню, когда-то, вы знаете, я был молодым верующим, и я молился: «Господи, говорю, ну почему ты мне не дашь какого-нибудь Кеннета Копленда или Хейгана в мою жизнь? Пускай он бы меня научил. Ну вот я буду делать все, что он мне скажет, а я буду учиться». Я понимаю, что это такое детство. У меня есть наставники, которые внутри меня, которые знают больше, которые являются источниками всего. Понимаете, друзья? И это не причина, если с тобой не поздоровались, или если ты там, ну, еще что-то, это не причина тебе сказать: «Я не могу духовно вырасти, я не могу что-то там вот это вот», или там, ну, понимаете, да, «Не поздравили меня на день рождения, уйду от них, плохие они». Такое детство, послушайте, разве это важно? Когда-то придет день, и ваши дни рождения закончатся в этом мире. 70 их у вас будет, при большей крепости 80. Знаете, как говорят, что ученые установили, что люди, у которых было больше дней рождения, прожили дольше, да? Так и здесь. Итак, для того, чтобы ходить в победоносной жизни, мы должны верить, что эти места Писания говорят о нас, и они применимы к ежедневной нашей жизни. Можно быть, знаете, иметь наставника, но быть ему непослушным. Очень легко. Бог может жить в нашей жизни, но мы можем Его осознанно не слушать, и ничего не произойдет. Просто не произойдет. Мы будем оставаться на том же самом месте. Вы понимаете, да? То есть, когда родители, они будут говорить: «Выходи из воды», а ты говоришь: «А-а, мне нравится это грязное море, буду еще купаться».
выходи, ты уже синий, губы синие, уже, как говорят у нас на Украине, верба у тебя растет, да? Говорит, нет, все равно, и так далее. Можно иметь наставника, но быть непослушным ему. И можно понимать, что Бог есть Отец, но не принимать Его отцовство, не принимать Его обличение и наставление. Итак, Писание переполнено для нас словами надежды и ободрения. Бог проживает мою жизнь вместе со мной. 70, при большей крепости 80 лет – это не жизнь одиночки, это жизнь вместе с Богом. Это жизнь человека, который проходит сложный путь, но Бог ни на минуту не оставляет его. И никакие бесы, никакие новые влияния модные этого мира, они не способны разъединить вас от Его любви. Друзья, Он по-прежнему вас любит. И даже если вы вытворите что-то такое неординарное, Его любовь не прекратится. Потому что Он умер, Ишуа умер за каждого из нас до нашего покаяния. До того, как мы вообще стали хорошими. Некоторые люди говорят, я перейду в церковь или в общину, или к Богу, когда поправлю свою жизнь, потому что, ну, как-то нехорошо мне приходить вот так, да? Вот брошу курить, брошу пить, и тогда приду в церковь, и пускай он меня тогда примет. Послушайте, вы его ничем не удивите, ничем, ни вашим курением, ни вашим пьянством, ни вашим какими-то другими подвигами. Он готов принять любого человека таким, какой он есть. Итак, ходатай. Кто такой ходатай, друзья? Ходатай – это заступник. И это человек, который умоляет за другого. Это значит, что после наших падений он просит за нас у Бога прощения. Он обращается к Богу и ходатайствует за нас. То есть, знаете, подает какое-то прошение у нас. И ходатайство – это роль, которую Бог выполняет за людей, которых Он любит. Он несет нас. И я верю, что мы, когда понимаем суть ходатайства, должны также осознавать, что это ноша, это непросто. И мы можем разделить с Богом ношу ходатайства, оказывается. Когда мы смотрим в Писание, мы видим, что Бог ищет людей, которые также были бы ходатаями за других. И Исаия говорит в 59 главе 16 стихе, «И видел я, что нет человека, и дивился, что нет заступника». Бывает очень часто, когда мы живем, мы не хотим быть теми, кто просит за других. Правда? Мы не хотим заступаться, потому что само по себе понятие заступничества, оно имеет достаточно сложные моменты. Прежде всего, важно понимать, что ходатай, он должен отождествить себя с тем, за кого он ходатайствует. Правда? Невозможно быть отстраненным ходатаем. Ходатай, то есть это человек, который представляет какую-то сторону, и он является на той стороне. Не получится так быть против той стороны, но ходатайствовать за них. Есть обвинитель, а есть ходатай. Ты не можешь быть обвинителем и при этом ходатайствовать. Ты должен сказать, я из этого лагеря, грубо говоря, да, я с этой половины, я представляю эту половину, и от их имени я говорю что-то. И мы знаем, что Ишуа в этом плане очень яркий пример для нас. Написано, что он предал душу свою на смерть и к злодеям был причислен, что он понес на себе грехи многих и за преступников сделался ходатаем. Написано, что он вкусил смерть за всех. Чтобы сделать это, Ишуа занял наше место. Он не просто, ну, как бы, давайте скажем так, он мог бы договориться с Богом, сказать, ну, давай мы не будем играть в этот цирк, просто зачет сделаем там, ну, вот такое вот, придумаем что-то. Он говорит, нет,
Я становлюсь человеком, я прихожу в этот мир, я отождествляю себя с людьми, я умираю, как они, но работает это вот таким-то образом. Понимаете, да? И это все равно, что я читал такие истории, когда во время Отечественной войны, во время Холокоста, когда немцы сгоняли евреев в эшелоны, есть свидетельства о таких верующих людях, о священнослужителях, которые, например, приходили к вагону и говорили там, например, ну, немцу тоже, допустим, те же немцы, служителя или там других каких-то народов, но не евреи. Они приходили и говорили: послушай, отпусти вот эту маму этих двоих детей, я пойду вместо них, можно так? И были случаи, когда немцы поначалу они соглашались и говорили: ну давай. И выпускали эту еврейскую семью, например, и этот человек, он становился на их место. Вы понимаете, да? Это человек, который пришел, ходатайствовал и отождествил себя с этими людьми. Не просто на словах, но он разделил с ними их судьбу. И в этом один из моментов отождествления себя в ходатайстве. Я разделяю судьбу этих людей. Я принимаю на себя то, что есть. То же самое, когда мы читаем у Руфи, помните? Она не просто пришла и сказала: твой Бог будет моим Богом, так далее, там, по Писанию. Она разделила судьбу этого народа. Хотя Наимин ей говорила, что: послушай, ты женщина молодая, вернись к своему народу, у тебя еще будут дети, будет муж и так далее. Она говорит: нет, я пойду с тобой, и я буду делать вот это и вот это. Друзья, ходатайство – это отождествление, это разделение жизни с теми людьми, о которых ты просишь. И для этого необходимо быть рядом, чтобы чувствовать то, что чувствуют они. И Римлянам 12:15 Павел говорит нам, что «радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». То есть отождествляйте себя с людьми. И ты не можешь просто там прийти, ну, в дом радости и плакать. Ты отождествляешь себя с радостью жениха и невесты. И если какая-то смерть или скорбь в жизни твоих братьев, ты плачешь вместе с ними, потому что ты отождествляешь себя с их потерей. И апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 9 главе 19-22 стихе: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждых закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу. Чтобы приобрести чуждых закона, для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Он отождествил себя с проповедью, вы понимаете, да? Он говорит: я все это делаю, потому что я делаю это с целью, я хочу быть соучастником той благой вести, которую Бог принес для спасения этих людей. Я отождествляю себя с делом Божьим, я принимаю на себя этот путь. И очень важно понимать, что недостаточно просто отождествить, нужно быть готовым, что в этом отождествлении ты встретишься с какими-то поступками, с решениями. Тебе необходимо будет принимать эти решения. Мы читаем о том, что Дух Святой, Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. В одних из переводов там написано: «с большой страстью, с большим огнем Дух Святой, Он ходатайствует за нас». Ну, то есть это не выглядит таким образом. А еще Господь, там, где-то там, за горизонтом, есть люди какие-то там, то-то. Но Он делает это со страстью. И мы понимаем разницу, да? Когда ты делаешь что-то, вот именно отдаваясь этому процессу, или ты делаешь просто, чтобы от тебя отстали. Это не совсем ходатай. Это похоже на какие-то правовые системы современные, да? Ты делаешь только ради, чтобы тебе деньги заплатили. Другое дело, когда, например, тот же адвокат, он адвокат со страстью, да?
И многие судьи, просто иногда глядя на него, они говорят, ну все, вот этот не отцепится от меня. Пока не добьется, денег ему не дашь, и вот это он просто, ну, сделает все, что возможно от него. И мы бы к такому адвокату хотели бы ходить, правда? Пользоваться его услугами. То есть это ходатай, который любит ходатайствовать, ходатай, который понимает ответственность в этом. Он понимает, что если он не будет прилагать страсть, то ничего может и не произойти. Необходимо иметь страсть, необходимо быть готовым, что если Бог в этой молитве, в этом ходатайстве, Он будет побуждать тебя каким-то действием, тебе нужно будет встать и сделать это действие, а не просто сделать какой-то вид. Итак, эффективная молитва, она предполагает горячее стремление, рвение. И Библия учит нас, что мы всегда должны гореть в духе. Ефесянам 6:18. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Настойчивость – то, что необходимо делать. Особенно это важно понимать, друзья, в контексте служения еврейской мессианской общины. Божье сердце, оно обращено к Израилю. И, как мы читали, Он не дремлет и не спит, охраняя Израиль. И наши также сердца должны быть обращены в сторону Израиля. Община – это то место, где мы можем и должны молиться за Израиль, благословлять Израиль. Мы отождествляем себя с этим народом через традиции, культуры. Мы отождествляем себя с этим народом, когда мы одеваем кипы. И вы понимаете, что если вы пройдете в кипе по улице, никто не подумает, что вы верующие. Все вас назовут по-другому, да? Извечным польским словом, которое определяет еврейский народ. Итак, мы отождествляем себя с этим народом. Мы еврейская мессианская община. То есть наше отождествление с еврейским народом, наше отождествление с мессией этого народа. Мессианское. И мы знаем, что этот мессия – это Ишуа, который пришел для всех. Итак, что мы можем делать? Мы можем возогревать в себе эту страсть. Мы можем начинать видеть какие-то вопросы и начинать молиться, лично молиться за каких-то конкретных людей, которые нуждаются в нашей помощи. Пробовать как-то... Пускай у вас в вашей жизни не будет длинный список, за кого вы ходатайствуете. Не всякий способен качественно, ну, ходатайствовать. Вы понимаете, да? И если мы говорим об адвокатах, ты не можешь вести сразу качественно миллион дел, чтобы это вот четко. Но ты можешь, например, взять 2-3 людей, о которых ты можешь постоянно молиться. И не просто молиться, но стараться участвовать в их жизни. Где-то словом, где-то помощью, где-то какой-то поддержкой, наставлением. Вы понимаете, да? Не распыляться, потому что мы иногда в попытке достигнуть всех не достигаем никого. Мы распыляемся. Знаете, есть такие люди, у которых там список из 94 людей там, и так далее, они за них там молятся и так далее, но никогда с ними, например, не общаются, или никогда с ними не говорят там, или еще что-то. Я не скажу, что это не работает. Конечно же, Бог слышит эти молитвы и так далее, но попробуем пойти другим путем, попробуем достигать этих людей, или попробуем помочь. Не просто молиться, Боже, дай ему холодильник, а попробовать что-то сделать, может быть, насобирать ему на холодильник, да? Может, как-то помочь ему с работой, чтобы у него был холодильник. То есть, как-то вникнуть в этот вопрос, понять, почему у него так. Если у него, ну, как бы, с профессией не очень, и руки, как бы, там, понимаете, не совсем приспособлены к работе, надо его ободрять и учить, надо как-то, ну, помогать. Это будет более эффективно, чем просто молиться за весь мир, мир во всем мире, и чтобы везде была дружба, как говорят, и жвачка, да? Итак, и мы должны молиться за общину нашу, друзья. Молиться, отождествлять себя с общиной, чтобы мы не просто смотрели на себя, как на какой-то ненужный винтик, никто не поздоровался, не позвонил, не пригласил, там еще что-то там не сделал и так далее. Молитесь за общину, смотрите, кто вокруг вас. Попытайтесь понять людей, которые вокруг вас, почему они так себя ведут, почему они так себя не ведут. И
ходатайствуйте за общину, отождествляйте себя, участвуя в каких-то проектах, участвуя в том, что делает община, разделяйте жизнь общины. Молитесь за Израиль, молитесь о том, чтобы Бог менял этих людей. Это бремя Бога, это ходатайство Бога, есть ходатайство Бога об этом народе. Делайте это то же самое, ищите людей его народа. Именно осознанно достигайте именно эту этническую группу, еврейский народ, и говорите о Евангелии, потому что Бог говорит, что я хотел бы, чтобы в первую очередь дети мои, евреи, они услышали Евангелие, они приняли своего Машиаха Иешуа. Бог говорит, я заинтересован, я сделал все необходимое, просто помогите им это сделать. И ходатайствуйте за себя, друзья. Уверенно, смело, помня, что есть двое, которые неустанно пекутся о вашем внутреннем человеке. Дух Святой и Иешуа. Дух Святой – тот, кто молится за нас, ходатайствует за нас, формирует молитвы к Богу, прошения, и 100% Бог его слышит. Вы понимаете, да? Часть Троицы. Есть Иешуа, который дает нам прощение, тоже ходатайствует перед Богом за наши грехи. И есть Бог, который всегда стоит на цыпочках, знаете, на берегу и смотрит за нами, готовый вытащить нас за уши, если нужно, из этого бурного моря. Не бойтесь, не опускайте руки, пускай Господь вас укрепит и поддержит в этом во имя Иешуа. Амен? Амен. Давайте помолимся. Святой Израилев, благословляем Тебя, благословенно имя Твое, сильный Бог, благословен Ты, Господь, который дарует силу. Боже, спасибо Тебе, что в это бурное время, даже когда мы не знаем, что делать или не делать, когда все запутано и кувырком, Господь, Ты держишь нас за правую руку, не отпускаешь нас. Господи, когда море вокруг нас бушует, Ты смотришь на нас, Боже, готовый в любой момент выдернуть нас из проблем, в любой момент поддержать нас. Дух Святой, Ты живешь внутри каждого верующего человека. Мы, к сожалению, периодически Тебя обижаем. Прости нас, Дух Святой, за наши слова, которые иногда они не отражают Слово Твое, Боже, но они полны горечи или какого-то даже, может быть, проклятия, Боже, в сторону других людей, осуждения или чего-то. Боже, дай нам милости хранить свои слова, хранить свое сердце от любой глупости, Боже, во имя Иешуа, глупости, которая бы оскорбляла других, которая была бы таким источником горечи, Господь, для других. Во имя Иешуа Мессии, я знаю, Боже, что Ты дал тело Твое для созидания, а не для разрушения. Ты поставил нас друг рядом с другом для того, чтобы мы созидали тело Твое. Боже, дай нам мудрости быть ходатаями тела, быть ходатаями общины, быть теми, кто, Боже, созидает тело Твое, Боже. Спасибо Тебе, что Ты не дремлешь и не спишь. Спасибо Тебе. Я прошу о том, чтобы Ты сейчас прикоснулся к каждому человеку, Господь, на этом месте. И даже если мы не переживаем каких-то чувствительных переживаний, Господь, мы знаем точно, так говорит Слово, Ты в нашей жизни. Ты проходишь эту жизнь вместе с нами. И не бывает момента, когда Тебя нет. И Ты не просто приходишь на служение. Мы приходим на служение вместе с Тобой, Боже. И это сильно, и это сильно. Благословляем Тебя, Царь Славы. Хей.